Всем привет! Перед тем, как ставить лайки и дизлайки этому видео, посмотрите его, пожалуйста, до конца. Эпизод произошел очень неприятный, но дабы не сгущать краски, расскажу все как есть с самого начала и до самого конца, а дальше вы уже решите и напишите в комментариях, правы мы были или не правы. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. Давайте сразу в начале договоримся по поводу билдов. Если на вас нападает человек и вы по нему стреляете 2, 3, 4 раза, допустим, с каркана и не убиваете его, это не значит, что он читер. Скорее всего, он использует карту медленно, но верно, и тогда выстрелы в голову приравниваются к выстрелам в тело. Он использует тоники третьего уровня. Чаще всего такой билд и в такой комбинации с тониками третьего уровня используют, когда нападают на телегу. Просто так по повседневной сессии их никто никогда не юзает, только перед PvP-битвами. Надеюсь, на этом мы с вами уяснили, что не все люди читеры. Это раз. Второе. С чего все началось? У нас в Дискорде, в нашем Дискорде, есть четкое распределение ролей, есть распределение на PvP-контент, PvE-контент. Мы сами себе придумываем челленджи, турниры, дуэли, турнир по рыбалке, покеру и так далее, так далее. К чему я это все говорю? К тому, что одним из занятий нашим в игре является эндгейм. Это грабеж чужих повозок. Да, мы грабим чужие повозки. У нас есть четкие условия. Мы не грабим повозки 20-х, там, 30-х уровней, когда там, грубо говоря, один человек перевозит, но это бессмысленно. Мы грабим повозки и стараемся грабить, когда там 5, 6, 7 человек и нас там 3, 4, 6, 7. То есть, когда это челлендж, когда люди перевозят повозки и охраняют их, а мы их грабим. Это своего рода РП. Мы так проводим время. Что такое гриферы? Гриферы — это те, кто целенаправленно убивают вас из ряда в ряд на постоянной основе, таскают вас лассом по всей карте. Вы ничем не занимаетесь, вы просто пробегали мимо, и этот чел сагрился на вас и начал вас убивать без причины. Здесь причина ограбить повозку и получить 50 единиц товара, 50 единиц материалов на всю пати. Вот какова цель, вот какое вознаграждение, ну и плюс фан. Поэтому я бы тоже различал эти части друг от друга, что такое PvP-фан в игре, которая механика подразумевает грабеж чужих тележек, и просто тупое гриферство, когда вы из-за своего личного эго троллите и убиваете беззащитных людей. Вот, с этим разобрались. Значит, сейчас будет небольшая вставка, пример того, как мы сплоченно убиваем и грабим телеги. Я оставлю вместе со звуком, чтобы вы слышали еще и разговор в Дискорде, как происходит общение внутри нашего комьюнити. После чего я вставлю звук уже непосредственно с Дискорда. На видео будет идти вставка моего участия в нашей команде в режиме «Царя горы». И это то, когда мы зашли к Red Cat Redemption. Вообще, с чего все началось? Мы ограбили повозку Red Cat Redemption, людей из его комьюнити, из его Дискорда, после чего мы зашли к ним в Дискорд, и я сказал: извините, это была вот ваша повозка, мы ее ограбили. И на нас начался хейт, вообще лютый хейт, посылали нас в жопу, в сраку, в видео будет нецензурная брань по этому поводу. Со стороны людей, соответственно, которые считали, что мы козлы и так далее. Я бы хотел, чтобы люди, которые видят сейчас этот ролик, понимали, что такое игровая механика, которая позволяет это делать, и что такое тупое гриферство и убивалово в ПК, грубо говоря. И обязательно подписывайтесь к нам на канал, вступайте в Дискорд, после чего ставьте пальцы кверху в этом видео или пальцы вниз, если вы считаете, что убивать чужие телеги — это вообще зашквар полный. Даже несмотря на то, что туда собирают по 7 человек, и люди как бы готовы к тому, что на них нападут другие игроки. Если вам интересно этот момент прохождения дуэлей, турниров по покеру, пьянству, рыбалке, самогонщику, торговцев и так далее, PvP-контент, PvE-контент, обязательно вступайте к нам в Discord. У нас четкое разделение, четкие ивенты, еженедельные, ежедневные и ежемесячные, отзывчивая администрация и кайфовый старший админ, то бишь я, который следит за всем налево и направо, раскручиваем неверных. Вот, собственно, приятного просмотра, надеюсь, суть ролика вы поняли, для меня это очень важно, пожалуйста, напишите ваши комментарии, правильно ли мы поступили или неправильно. Red Cat Redemption, как таковой, как ютубер, как блогер здесь, по сути дела, это лишь его Дискорд и его люди, которые находятся в его Дискорде, поэтому конкретно его повозку мы не грабили.
Да и давайте, что вы, где вы там? 5 стволов. Ну как что делал? Я метку ставил, ну смотрел-то уже, ну, спать и всех добавлял. Лошадей отстреливайте сейчас в первую очередь. Вот вы. Ну что, нападаем тогда? Да, давайте. Да, поехали. Да, давай, давай, давай. Я повозку убиваю. Хорош. Где задняя? Ну, хорошо, что я спалил, что-то опять спать. Лошадей убиваем всех, лошадей, повозчиков. Повозка, блядь. Сейчас этот мудак. Он сел на повозку. Кто сел? Он драк, что ли, или чё? Убил его. О, Чиву! Этот, Чиву, мы с ним воевали. Я вообще под картой резнулся. Я заберу повозку, и поеду. Да, вот и всё. То, валите её. Они ливнули, походу. Красиво. Впереди тело. Не, не ливнули, я не думаю. Впереди они по страстной где-то, да, там все ты, там... Сзади, поехали сзади. На лидера. Не, впереди, впереди. Сзади есть телек, сзади телек. Вперед, идите, тут три тела, Дэвил один их не разъебет. Давайте, давайте, они меня имеют будут все равно. Кто знает, меня я под этими... Они где-то далеко пока. Позади шмаляет, урод. Вижу, сверху. Тоник выпил. Боже, как они в меня имят, твою дивизию. Че, мне тоник, что ли, по КД на них пить еще, что ли, собаки? Я убиваю Шира. Да, я уже... Ваш... Они там растают у хоста. К хосту идите. Все. Ну, убил ради всех. Держите. Ты жив там? Да, да, да. Я... Блядь, у меня патроны экспресс покончались, я забыл. Я три тоника въебал, так что буду жить. Так, давайте поехали. За телегой мы... Не едьте с телегой. Не, я поеду один, давай, они. А, по мне валят сзади, все, да. Стреляйте, Ну а дальше еще будет непосредственно общение уже с пострадавшими в Дискорде. Вот этот пример сейчас ролика, вот сейчас, который был PvP, это не конкретно было с ними, это один из вариантов, как произошло. То есть мы напали, вот так вот отыграли, угнали повозку, и, соответственно, дальше срач уже со стороны Дискорда Red Cat Redemption был следующий. Понятно, что кошак не отвечает за людей, которые находятся в их Дискорде, но мы были, конечно, в рамках адеквата. Ну вот тут уже вам судить, правильно ли они поступили, правильно ли поступили мы. Оставляйте ваши комментарии и слушаем разговор, будет много мата, много смеха, много шума. И прошу прощения заранее за столь длительный ролик. С вами был Аготик, и с вами был Сократ, врывайтесь в Дискорд. Подожди, подожди. Шачёва был. А потом схожу сейчас, подожди. А где находится? Подожди, секунду, парни. Сократ туда зашел. Давайте зайдем тоже. Давайте зайдем. Погнали. Киньте. Сократ, сегодня мои ребята гопали вас. Случайно. Я хотел бы заранее извиниться за их неадекватное поведение, при которых ваши повозки были уничтожены. Но дабы вам стало легче, это было сделано на благо всего нашего сообщества в целом, то есть мы подняли себе настроение, новички обрадовались, что существует PvP-контент, и вы просто чисто случайно пали смертью храбрых. Твои пацаны сегодня отсосали и ушли. Это те софтеры, которые вы рассказывали? Абсолютно верно. Обоссанные. Обоссанные софтеры, да, ребята просто на самом деле играют очень круто, и есть записи с их камеры, как стреляют на самом деле ребята, и там видно, что там просто ВХ через стены палят прям бесконечное здоровье. Жалко, что да. Мне пришлось загрузить это на свой канал, и причем, прикиньте, вживую прям записал. И как вы нас нашли? Не копаешься. Хороший вопрос, как они вас нашли? Я вам расскажу, это была на самом деле моя идея. Вы в чате, блядь, пишите о том, что... Одному там своему привет передай, его на видео записали. Какого именно? Вся ситуация в том, что это был стрим в прямом эфире, блять, пацаны, вот как бы, да, обидно. Но было здорово. На самом деле было здорово. Это во всем Мало виноват опять. Почему? Короче, ребят, там небольшой совет, чтобы такая ситуация больше не повторилась, ни в коем случае, вот когда к вам добавляются друзья, вот вы пишите, везем караваны или там везем повозку, ник такой же, как в Дискорде. Думайте, кого вы добавляете. Вот вы добавляли вот половину из них, они потом на вас прыгали, блядь. Короче, иди нахуй своим пацанам, скажи, как ты. Хуесосы, читерасты, ебаный ваш. Раскрасочку включи. Включи раскрасочку-то. Ебал я вашу готику и вашего Сократа, и ваших читерасов. Главное, на почту.
почаще ходи за стрелами. Это там главное боссаны, да, под пиздец, да? Че, пиздюли, получили вафли, бля, ебаный. Если ты жалуешься, значит это получил все-таки ты, да? Нахуй, бля, это ебаный черт. А кто там за ртом бегает? Бля, Сыра, ты это записал? Октанул? Конечно, бля. Записывайте нахуй все, что я говорю, ваш рот, я ебал, блядь, ебаный. А че вы ко мне присоединялись, такой вопрос? Почему вы именно... Потому что мы читеры, ебаные, хотели... А потому что вы пизды получились, ебались, сесть, ебаные, бляди вы, сука. Да нет, там бедные... Давай собрались, ебались нахуй отсюда. Ну перехуять, я Гашан позвать, тихо, блядь. Ебаные бляди, сука. Гашан сделал мой день. Ну-ка, Сократ, скинь название, так как его канала своего. А ты можешь просто вести клан Готика на любом, на английском, на русском или РДР-2? Беспредельные рожи, ваш рот. К ребенку прыгаете, ёпта, ребенка убивайте, ваши рожи. Ты чё, его батя, что ты так за него заступаешь? А я твой батя, твой рот. Пойди у мамы спроси, скажи, тебя Георгий ебал или нет? Не, у меня батю таким пидерским, у меня батю таким пидерским именем не кажется. Давай пошел нахуй отсюда, я тебе говорю, собрался. У меня батя никогда Гошаном не был и не будет, нет. Я тебе говорю, собрался и съебался нахуй отсюда со своей пиздобратвой, черт. Вы повозки будете водить, пацаны? Бля, пацаны, повозка нужна срочно. Сашок, блядь. Горшок, эй, горшок, повозку организуй, плед, блядь. Нихуя у тебя приколы, горшок, обхохочешься, ебаный в рот. Братик, нам материалы нужны, повозки вообще не хватает, пожалуйста. Будете таскать сегодня или нет? Ебашиться будете вот сейчас? Давай, только ты повозку за... Короче, я записал... Или вы только можете семером двоих пиздить, из один из которых ребенок, ваш рот ебать. Заводи повозку. Ну ты же читер, а ну прыгни ко мне, блядь. Очко есть у тебя? Ну так если читеры на давай, чё ты? Они тебя ебать будут. Ёб твою мать, я в голову 4 раза с каркану стрельнул, блядь, живой, залупа ебаная. Гоша, ты где прыгаешь? Гоша, тихо, Сократ говорит. Ребят, ты знаешь, что такое медленно, но верно и третий тоник? Я знаю, что такое читерно, но верно. Я прошу прощения, можно я перебью? Ну просто я так понимаю, персонаж, с которым мы сейчас ведем диалог, настолько глуп, или его IQ ниже комнатной температуры, он просто не в состоянии разобраться в механике данной. Сейчас вот сейчас кто тёта или пацан разговаривает, я не могу. У него просто диагноз, Гоша. Вытащи два пальца с очка, потом бассать, бля, полупидушок ты ебаный. Вы понимаете, он настолько глуп. Ёбаные гриферские проститутки, давай нахуй, я как раз съебались отсюда в свой, бля, чат, ёбаный ваш рот. ВП на повозках, это механика здесь. Давай ты вообще иди нахуй отсюда, девочки. Блядь, иди нахуй отсюда. Ёбаные бляди гриферские. А что тут? Идите с детьми воюйте, ёптвою мать, семером против двоих хуесосы, блядь. Тоненьками обхуячились, блядь, ебать, поверили в себя. Пизды получили, съебались здесь. Алло, господа, нас на данный момент... Ты такой злой? Нас на данный момент здесь 18 человек. Вам что, вам повозки для нас сложно, блядь, сделать? Я не пойму. Повоз нам организуют. А сами за сделку. Вот, собственно, вот на такой вот нарвались. Бывает, да, люди все разные. В общем, как итог, смотрите ролики на канале, что такое командный билд, как работает саппорт, как работает танк, как работает ДД, какие лучше всего использовать карты способности, какие лучше использовать тоники, какие лучше использовать эликсиры, оружие и так далее, так далее. Все на этом канале. Если какие-то вопросы, обязательно заходите к нам в Discord, повторю уже в третий раз. Ставьте лайк или дизлайк этому видео в зависимости от того, что вам понравилось или не понравилось. Напишите обязательно комментарий, заходите к нам в Discord, для меня это очень важно. Вообще видео получилось очень долго. И, собственно, с вами была Готика и тот самый Сакар.